Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра продовжуємо чергування на своєму інформаційному посту. І наша знімальна група повернулась з Харкова і повернулась з передка. При тому, що з волонтерською допомогою, ну, в такому приватному порядку ми їздили вже от не один раз, але от офіційно ми отримали акредитацію від Міністерства оборони, робиться це доволі складна процедура. Не будемо довго тримати, за кілька днів з'явиться наш повний фільм про те, як наші їздили, з чим їздили, звісно, що не з порожніми руками. З ким спілкувались, про що говорять наші бійці, про що говорять жителі Харкова. Про це буде великий відеоматеріал. А зараз ми от по-гарячому просто щойно повернулись. І ми поговоримо з нашим колегою, якого мені приємно бачити. Дякую. Руслан Булинок. Вітаю, Руслане. Де був, що бачив? Харків. Так, біля Харкова, за Харковом, на границю областей більше. До Ракшані, так ближче до Ракшанів, на теренах, які там на фронтах зараз стоять, на тих річках, які нас з ними розділяють, та у тих краях, де наші вояки, от справжні вояки, наші воїни ВСУ, героїчно кожного дня. Ну, зрозуміло, що якісь локації, частини ми називати не будемо. Не будемо. Да, не будемо. Чим живе Харків? Дивись, місто, яке вони намагались взяти, місто, яке постраждало, місто, якому Дніпро завдячує, тому що воно вистояло, так само, як і Маріуполю, так само, як і іншим, ну, котрі протримались в найкритичніший момент, і досі ж під обстрілами. Кожного дня. Кожного дня під обстрілами. Це чутно кожної хвилини, це бачиш там по місцях прильоту стовби диму, це слышно, це емоційно, це видно, бачиш на дорогах, по переміщенню автівок, як вони швидко пересуються, як вони там тримаються сторін определених, які там до прильоту, від прильоту. Ну, місце живе у війні. Спілкуються, тримають оборону, але кожного дня бачили роботу комунальних служб. От як зранку заїхали, поливомийна машина, уборщиці, МЧС розбирає завали, пожарники здесь засушили, сразу під'їхала поліція, якщо є кого там, скажем так, фіксувати. Всі працюють в режимі нон-стоп, дуже чітко виконують свої функціональні задачі. Побували у наших друзей, коллег, тоже из Днепра, земляки работают сейчас МЧС там, и группа большая наших спасателей МЧС работает именно на Харькове, на разборах, на завалах. Побували в Академии МЧС, университет МЧС огромный, это один из крупных вузов, их всего лишь два таких вуза на всю территорию страны, которые готовят кадры для МЧС, и которые тоже отдали все, и свою базу, и свою технику, и своих людей, курсантов в работу, в помощь, именно вот по разборке, по завалам, по помощи полиции. Побывали в тех знаковых зданиях, сооружениях, которые уже известны на весь мир. Ну, вот те вот документальные кадры прилетов на площадь независимости, в администрацию, в областной совет. Это здание областного совета Харькова. Вот, побывали везде. Ну, там, кажуть, відновленню не підлягає. Ну, я думаю, что восстановят, потому что Сталинка крепкая, такие стены остались по периметру. Внутри, конечно, да, разрушений множество. Но это не самые большие постраждалые объекты. Самые большие постраждавшие – это территория Салтовки, там несколько районов. Салтовка северная, Салтовка ближняя, там вот эти вот микрорайоны, там, где из, скажем так, квартала домов, порядка там 18-20 домов квартал, из них уцелевших там 3-4, и то, которые внутри квартальные, остальные разрушены или разбиты. Есть дома, в которых не живет уже никто, а одна, допустим, квартира, вот выбитые все стекла, окна, одна завешена коврами, и живут там дедушка с бабушкой. Мы тоже этот сюжет дадим, покажем отдельно, просто вот остались одни. И американцы приезжали, снимали, делали эти репортажи. Очень такой эмоционально тяжелый квартал. Это вот эта Салтовка, где 16-этажки. Там есть вот такой разрушенный полностью 16-этажный дом, который развалов и разборки еще не начинали даже. И там очень, ну, такая тяжелая эмоциональная и даже вот, ну, психологически какая-то атмосфера рядом с ним. Там люди сейчас замышляют. Да, да.
как бы да. Ну и вот эти все моменты, когда мы там входим, снимаем, а оно начинается, сирен не слышно, упреждений никаких нет, то есть просто слышно уже прилеты и понимаешь плюс-минус, насколько далеко. Люди с этим смирились, свыклись, сидят спокойно на остановках, ждут общественный транспорт. Ну, в центре города вообще спокойная, мирная жизнь, ну как, относительно. Вот. А те дальние районы, жилые кварталы, ну они под этими обстрелами просто ходят, они уже как-то к ним адаптировались, ну... Мы тоже брали интервью, вы увидите это, услышите. Так, ну, героические люди, потому что это не от безысходности, это вот просто от позиции, что вот, ну, они, да, свой город, свои дома, свои квартиры не хотят оставлять. Ну, у многих нет возможности, там, допустим, пенсионеры старенькие, хотя и всем предлагали официальные органы, лица и эвакуации, и возможности переселения. Работает фонд переселенческий, у них свой внутригородской, из разваленных, разрушенных домов переселяют переселенческие общежития, фонды, потом возможность предоставления эвакуации на другие территории. То есть вот в этом смысле все отработано очень четко. Вот, спрашивал про бомбоубежище, все знали, где были бомбы. Вот так вот. Все знали, у каждой вот бабушка, дедушка знал в кварталах, в микрорайонах, в магазинах, в крупных центрах. Все знали. Это какая-то работа была? Работа была превентивная, работа была, они понимали уже за первые дни, когда их начали бомбить и разваливать, что это то, что спасет им жизнь. Поэтому про бомбоубежище они знали, как бы это уже было известно. Дальше все остальные вопросы, очень оповещение системы, чат-боты, каналы, работает постоянно. Плюс надо сделать ссылку, там метро. Метро это тоже стало одним из основных бомбоубежищ для харьковчан. И тоже было все оборудовано. И полностью бытовые условия метро оборудовали для людей, для проживания, постоянного проживания. Некоторые жили там порядка месяца первого в метро, не выходя из метро. Перемещались по рельсам между станциями. Доставляли продукты, гуманитарку также, там, где спокойные станции заходили и проходили несколько километров до следующей. То есть, в общем-то, метро тоже сыграло свою роль в защите и жителей, и в безопасности жителям добавило. Плюс метро информирование, плюс метро электронное табло, плюс метро повесили информацию, давали телевизор, то, что происходило, новости, то есть анонсировали людям. То есть организованная была работа, так вот оно видно, несмотря на то, что это все было организовано под обстрелами в первые дни, когда это было крайне тяжело, и тоже город, скажем так, были настроения разные. Мы встречались с разной категорией людей, мы встречались с официальными лицами, ну, скажем так, сотрудниками официальных органов, мы встречались с неофициальными лидерами общественных мнений, назовем это так, громадские активисты, деятельные ребята, такие они достаточно боевое у них крыло, они тоже одни из первых, в первые дни и часы взяли на себя, в том числе организацию безопасности, вот, потому что не секрет, как и в других многих городах, первые дни, часы и даже недели качались и шатались многие. Многие мэры сомневались, многие силовики сомневались, многие силовики спецслужб исчезли и не было на рабочем месте. И мы об этом тоже всем слышим от первоисточников, от тех людей, кто нам это рассказывал, когда приходили там в РВД или в городское управление. Работников было крайне мало, скажем так. Вот. И приходилось помогать им патрулировать улицы, и они собирали свои вот эти команды, уже обмундированные и вооруженные, в отличие от тех первых дней, когда полиция ходила с одними пистолетами, помогать вот удержать порядок, улицу, мародерство, все эти вещи предотвратить. Вот это работа. Ну, множество разных эмоций, моментов. Ну, самый сильный, наверное, стал это возможность, которую нам предоставили благодаря Министерству обороны. Я как раз пробитие. Да. Мы, это же как бы один из блоков. То есть мы были много в городе, мы были внутри города в разных частях, в официальных, в неофициальных, с официальными лицами, с неофициальными лицами. Позиции узнали про, скажем так, как у них изнутри все это происходило в эти дни. Политическая какая была ситуация, карта тоже коллаборантская могла быть разыграна, и мы это понимаем, и они это понимают. Но все теперь знают уверенно, что был, есть и будет только чисто украинским городом, несмотря на русскоязычное население, которое денацифицировать не получится. А военные – это вообще герои. Военные – это титаны, просто какие-то атланты, которые держат на себе, ну, не только весь мир, они держат сейчас всю Украину и весь мир, по сути.
Потому что из простых пацанов, начиная от 20-летних, которые ну, реально не подготовлены, но вот прошли обучение и стали уже воинами, до мужчин таких под 60, которые точно так же несут все тяготы и лишения этой вот военской жизни, быта, но достаточно духовитые и физически готовые на все, вот реально на все. И была нам предоставлена возможность сопровождать один из выходов именно на работу, но они это называют работой, для них это работа. Вот, и слава Богу, все приехали живые, здоровые и целые, не накрыло. Хотя и были замечены, скажем так, передвижения нашей группы, в которой были наши корреспонденты, и мы тоже вместе с ними. Вот, ну, все, слава Богу. А мы их, соответственно, немножко покусали. Наши ребята скоординировали огонь артиллерии на них и огонь минометный. Минометным огнем они там подавили по нашим координатам, по той работе, которую провела группа, в которой были наши журналисты, живую силу там в одних из домов, ну, частного сектора, скажем так, в одной местности. А по работе по дрону аэроразведка сильная, страшная вещь, потому что война уже другая. А по координатам те, что дали наши разведчики, аэроразведчики, ну, работала артиллерия по градам. По их градам. То есть в этом мы тоже рядом побывали, скажем так. Это тоже ощущение непередаваемое, потому что кроме адреналина ты понимаешь, насколько это все близко и серьезно. Ну, насколько это важливо. Да. Руслане, я тобі вдячний. Затягувати не будемо. Фільм з'явиться за кілька днів. Там все це буде більш детально. І тепер ми такі виїзди будемо здійснювати регулярно. Акредитацію Міністерства оборони ми маємо, так що будемо там. Да, теж свою роботу настоящие виконувати. Герої там, вне возраста, вне політики, вне каких-либо там конфессии, вот там вот сразу становится все на место. Там вот у людей, кто побывал, или тех, кто в этой системе именно участвует, вот там все ценности другие, и они вот настоящие и правильные. І давай, я дякую тобі. Анонс ми зробили. Я сподіваюся, наші глядачі чекатимуть цього фільму, тому там є про що подивитись. От, а завершимо, знаєш, давай ти, от як ви повертались після роботи, як повертались з роботи наші бійці Данило і Богдан, до речі, один працівник каналу. От в якому настрої наші хлопці повертаються з роботи, ми цим відео ми завершимо нашу з Русланом розмову. А, будь ласка, дочекайтесь, дуже радимо вам подивитись те, що ми зробимо, змонтуємо от з тієї поїздки, де був Руслан. А зараз, як наші повертаються з роботи.